По версии следствия, днем 29 июля инспектор патрульно-постовой службы по Хостинскому району совместно со своим 22-летним знакомым с целью хищения денег, надев на лица маски, ворвались в помещение кассы аквапарка, откуда похитили не менее 720 тысяч рублей. После совершенного преступления злоумышленники скрылись на мотоцикле. В настоящее время рассматривается вопрос о заключении задержанных под стражу. После совершения преступления полицейский был уволен, в отношении него продолжая действовать ранее избранная мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, об этом сообщает краевое следственное управление.